Всем привет! Я хочу вам показать покупочки из фикс-прайса. Долго у меня не было фикс-прайса, так как у меня в городе нет магазина. Я заказывала у поставщика, и долгое время то, что я хотела, мне не привозили, потому что не было в данных магазинах, куда ездят девчонки. И вот я сделала заказ ради одной вещи. Покажу вам немножко позже. Ну и, соответственно, заказала то, что я всегда хотела. И половина мне купили, половина не купили. Ну ладно, будем надеяться, что все еще появится в фикс-прайсе. Фикс-прайс подорожал, становятся цены по 199 рублей. Все это прекрасно уже знают, но кое-какие товары еще остаются по 99. Одной из моих покупочек стал такой для ребенка игровой планшет для рисования. Посмотрим, как оно все будет. Я думаю, это нужная штука, так как ребенок уже все уже начинает раскрашивать. Уже все книги, все журналы, все. Я думаю, это будет для него очень, очень хороший подарочек. Буду готовить на кухне, посажу ребенка за стол, и он будет сидеть, рисовать, я думаю, с удовольствием. Я в обзоре уже многое видела таких планшетиков для рисования. Я думаю, это для нас, для моего ребенка, очень хорошая покупка. Затем взяла вот такие вот, заказала вот такие батарейки. Солевые батарейки, 10 штук, 55 рублей. Много читала отзывов на ВКонтакте, в группе FixPrice. Кто-то довольный, у кого-то текут батарейки, не знаю, покупаю первый раз. Обязательно потом расскажу, что с ними произошло, нормальные, ненормальные. Покупаю первый раз, не знаю, покупаю эти батарейки, сейчас их купила для игрушек ребенку, потому что в каждую игрушку по 4 батарейки нужно, как-то не знаю. Попробую я вставить зубную щетку электрическую. Не все 4, но 2 попробую, посмотрю. Вот так вот. Вот такая вот еще покупочка. Еще покупочкой стала новинка. Это набор мегафломастеров. Они подходят для самых маленьких художников. Отстирываются с одежды, легко смываются водой, большой запас чернил здесь, яркие насыщенные цвета, толстый стержень, идеальный для раскрашивания. Вот такие вот, это из новинки, вот такие вот в нем цвета, 12 штук их. Вот такие цвета, 99 рублей. Я думаю, это классная штука. У нас на канцелярском рынке такие, точно такие же, я видела, только без ценника. Цена 270 рублей. Вот почему я обращаюсь и заказываю фикс-прайс. Ради того, что я сделала заказ, ради чего? Это вот такие вот часы. Мне они очень понравились. Есть в белом, в сером, и такие они черные или коричневые, не знаю, кто пишет коричневые, кто пишет черные, но я смотрю, что они черные. Вот такие часы, они идут без секундной стрелки, эти часы. За счет этого они будут тихо работать, это однозначно. Цена их 199 рублей, импортер Химки. Вот такие вот часики. Тоже смотрела ВКонтакте в группе фикс-прайса. Кто говорит, дешево выполнен, кто говорит, не дешево выполнен. Как по мне, как я вижу со стороны, они очень идеально подходят в зал. Они очень красиво смотрятся. Еще и за такую цену 199 рублей. То есть это вообще просто шикарные. Я их, конечно, включу и посмотрю. Повешу на стенку. Я думаю, это классно. Еще за такие деньги. Почему бы не купить? И последней покупочкой стала. Это такая самоклеющаяся пленочка в виде мрамора. Мне очень понравилась идея. Идея это не моя. Обклеить подоконники этой пленкой. Я
подсмотрела ВКонтакте у девчонки, которая обклеила подоконник данной пленкой. И было очень красиво. И мне эта идея понравилась. И я решила заказать. Пока данную пленку я заказала на один подоконник. Наклею в зал, посмотрю, потому что у меня там стоят цветы. И внизу под цветами на пластике, пластмассовые, из пластика сделанные подоконники, образуется ржавчина. И она очень тяжело выводится. Очень долго нужно постараться, чтобы вывести данную ржавчину. И я решила сделать самоклеящую пленку. Во-первых, с пленки будет быстрее уходить ржавчина. Это однозначно вымываться. Даже если что-то с пленкой случится, ее можно отклеить, и будет чистый подоконник. То есть мне такая идея очень понравилась, и я решила попробовать. Попробую на одно, а дальше уже будет дальше. Дальше посмотрим. Это была не последняя моя покупка, извиняюсь. Это вот еще вот такой вот органайзер для ватных палочек. Фокус, что-то не хочется фокусироваться. 99 рублей. Я уже устала эти, покупаю палочки в пакетике. И уже устала с этим пакетиком пользоваться. И думаю, данный органайзер очень хорошо впишется в мое косметическое пространство. И будет служить долго. Правда и верой мне. Вот так вот. Такие были покупочки у меня с Фикспрайса. Кому данное видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всем пока-пока.